Установка Windows 7 на древний компьютер. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами Сетнот, и в этом видео мы рассмотрим установку нашей операционной системы. Нашей операционной системы Windows 7! Мы будем ставить семерку. Windows 7, начиная здесь разной редакции Windows, мы будем ставить его на что мы будем ставить его? Мы будем его ставить на древний компьютер. У меня есть вот такой вот древний комп. И на него сейчас мы попробуем развернуть нашу семерочку. Ведь всеми любимая, всеми уже ностальгическая. Ведь эта семерка, друзья, всеми, кто именно фан от семерки, мы попробуем поставить его на древний компьютер. Получится ли нам его поставить с диска? Ведь это у нас HP Compaq DX2320 MicroTower. Мы будем на этот самый старый компьютер. Это у нас, здесь процессор у нас Pentium 4, двухъядерник, оперативная память DDR2 на 1 гигабайт, 500 гигабайтов жесткий диск и встроенная HD графика. И я хочу на нем видеть семерку. Давайте запустим наш компьютер, открываем наш дисковод и подключаем Boot from SD. Запуск происходит. Теперь давай дисковод, раскручивай диск. А чё он не раскрутил-то? Загружаемся с нашего диска, надо нажать любую клавишу успеть. Windows is loading files. Ох ты, семерка вроде уже грузится. Очень рад, что семерка начинает грузиться на этом древнем компьютере. Я так счастлив, друзья. Я как никогда счастлив, потому что семерка действительно грузится. Будем ждать окончания. Надеюсь, ты такой сильный долго не будешь. 1 гигабайт оперативной памяти, 64-разрядная система. Как ты себя поведешь? Ой, уже половина загрузилась. Я рад, что быстровато грузится. Очень даже быстровато. У нас происходит стартинг Windows, запуск нашей операционной системы, логотип Windows 7. И вот первый запуск Microsoft, мой язык русский, русский язык. Кликаем далее. Установить. Начало установки происходит. Вроде диск считывает. О, как я счастлив, друзья. Здесь у нас несколько редакций Windows 7, 64-битные, как-то так и 32-битные. Я выбираю Windows 7 максимальная, 64 бита, потому что это самая крутая. Выбираем Windows 7 максимально 64 бит, принимаем лицензионное соглашение, галочку ставим, полная установка. И вот наш 500 гигабайтный жесткий диск. Я сейчас его полностью отформатирую, удаляю все разделы удалены, создать. И здесь создаю на локальный диск C, сколько места выделить. Могу 200 дать ему, 200 гигабайтов на локальный диск C, а остальное пространство на локальный диск D. Создать на 269 будет, это D раздел. Зарезервированной системы 100 мегабайтов. Выбираем локальный диск C и нажимаем далее. И вот у нас на древний компьютер начинает устанавливать семерочку, друзья. Ох, как я счастлив, друзья, как же я счастлив. Пусть он устанавливается, а мы пойдем немножко отдохнем даже. Да, вот так вот. О, ура, я лежу, сплю. Пусть он встает, а я полежу. А это что такое? Ё-моё. Давайте поспим. Windows не удается установить необходимый файл. Убедитесь, что имеются все файлы, необходимые для установки. Перезапустите установку. Это что за ерунда? Откуда ты появилась? Непонятно, что за откат. Ой, нет, почему? Почему? Что с диском? Что с дисководом? Почему ты не считываешь?
Наверное, диск поцарапанный был или что-то не так, да? Я подключил другой диск, и в итоге только 1% пошел. Очень медленно грузится. 2%. Я не знаю, что делать, но он так медленно раскручивает. Или дисковод у меня такой плохой. Или я другой диск подключил, и не все равно медленно идет, друзья. Она с 0% до 1%. Я вообще заждался. Не знаю, что делать. Почему этот древний комп никак не хочет грузиться. 3%, ладно, буду ждать, наблюдать, буду и смотреть, и ждать, а что мне остается делать? Все очень медленно, очень долго грузится, 4%, и так мне придется сидеть и набраться терпения, ждать, пока 100% будет. Как же долго все это грузится. Для продолжения требуется перезагрузка Windows. На тебе, перезагрузись быстрее. Нужно уже перезагружаться. И вот у нас повторный запуск. Запуск нашей операционной системы. Ну только долговатенько это происходит. Здесь ничего не нажимаем, просто ждем. Загрузка должна пойти дальше. Вот у нас происходит запуск Windows. Запуск Windows 7. Вот такой вот логотип семерки. Наша Windows 7 максимально грузится. С левой стороны какие-то точки бегут. 3, 4, 5, 6, 6 точек должно быть. Ну он как-то завис. И вот сейчас запустится. Наша установка продолжится дальше. Программа установки запускает службы. Какие-то службы запускаются. Ожидаем, когда запустятся эти самые службы. Черный фон. И вот у нас установка обновления происходит. А после будет завершение установки. Ждем какое-то время. Поэтому здесь тоже будет, возможно, долговатенько. Придется только ждать и наблюдать. Установка будет продолжена после перезагрузки компьютера. Наш компьютер автоматически перезагрузился. И теперь должен быть у нас повторный запуск. Опять ничего не нажимаем, ждем, наблюдаем. Происходит запуск. Логотип установки Windows. Запуск Windows. Программа установки подготавливает компьютер к первому использованию. Программа установки проверяет производительность видео. Пусть он и производительность видео проверит. Ладно, придется только ждать. И ждать, и ждать, и ждать. Ну вот у нас. Все мелким стало, все очень мелким стало. Непонятно почему. Скорее всего, разрешение экрана сменилось уже. Давайте назовем имя этого ПК. Все на русском языке с помощью Alt-Shift меняем. Пишем учетную запись. Админ, пусть это будет. Далее кликаем. Ключ продукта. Нету ключа продукта. Кликаем просто пропустить. Нету ведь ключа. Отложить это решение. Далее. И у нас Windows 7 максимально завершает применение параметров. Это тоже будет занимать небольшое количество времени. Поэтому просто ждем и ждем и ждем. Наблюдаем с ними, ждем. Ты смотри, как он шумит-то. Ты в космос не улети. Ё-моё. Очуметь, как ты шумишь. Охренеть. Ты что, взорваться хочешь, что ли? Очуметь. Ну чё себе он... Максимально еще не загрузилось, но ну как капец, громко шумит. Вот это шум, а! Ну да, добро пожаловать, давай. А то комп сейчас весь надорвется. Охренеть, ты шумишь, древний комп. Что ты так жалко шумишь, а? Неужели ты так напрягаешься, устанавливая Windows? Уже все запустилось. Наша Windows 7 установилась, и разрешение у него нормально. Давайте откроем правой клавишей мой компьютер свойства, посмотрим свойства этого ПК. У нас 1 гигабайт оперативной памяти, Intel Pentium 4, CPU 3 ГГц, 64-разрядную систему мы поставили, Windows 7 максимальную. Теперь давайте откроем пуск панели управления, посмотрим программы. Никаких программных обеспечений нету в данной системе. И обновление безопасности. Все-таки это Series Pack 1 в Windows 7. Давайте посмотрим еще кое-что. Нажму Ctrl-Shift-Escape. Да, здесь 4 обновления безопасности все же присутствуют. Посмотрим наши процессы, какие нагружаются. Нагружает он, конечно, довольно-таки приемлемо нагружает. 630 мегабайтов. И это при том, что у нас 64 бита.
Нагрузка на центральный процессор тоже имеется. Два ядра нагружается на 12% и скачет вот так вот. Windows 7 максимально, версия 6.1, сборка 7601, сервис пак 1. Работает довольно-таки отзывчиво, друзья. Я не думал, что на этом древнем компе все будет работать настолько хорошо. Но он вроде работает, мне нравится. Неплохо. Графический адаптер. Давайте посмотрим разрешение экрана, персонализация. Разрешение экрана, да, 1920 на 1080, сам разрешение выставил, и все определилось, работает прекрасно, друзья. Окей, закрыть все, мы второй диск отформатировали, можем пользоваться нашей семеркой, она работает прекрасно. Ну, конечно, да, если на него программки поставить, все поставить, то она будет зависать, в этом случае, ну, конкретно будет зависать. А так, наша Windows 7 установилась на этот древний компьютер и работает довольно неплохо. 1 гигабайт оперативной памяти, друзья, не знаю, потому что двухъядерник, может быть, поэтому процессор двухъядерный тащит все. А так, в принципе, неплохо. На древний комп мы поставили, и у нас наша любимая семерка ностальгическая, она просто... Это просто не передать словами, друзья. Не будет такой операционки. Не будет больше никогда. Поэтому помним, любим, скорбим. Подпишись, друг, подпишись. На мой канал ты подпишись. И оставь ты мне лайк, если видео понравилось.